Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мили Жуминко, это моя сестёрка Жаса, я. И сегодня мы хотим сделать видео, как мы, влог, короче, как мы убираемся дома. Это сегодня будет, еще завтра будет. Мы завтра будем генеральную уборку делать после переезда. Но сегодня более-менее нормально этот уберемся, лишние вещи уберем. И свою комнату мы Жасы обустроим, вот. И как вы видите, кухню уже Жасы помыла, посуду помыла. Этот фрагмент я добавлю сюда в видео, вот. Приступаем к уборке. Так, смотрите, кухню мы там уже Жаса убралась. Тут у нас тапочки стоят, короче, этот обувь стоит. Это все мы сейчас до после покажем вам. Это зал. Смотрите, какой тут бардак. Вот сколько вещей. Мы сейчас по максималке, короче, уберем и тот раз убрали. Мы более-менее это все уберем, складем. Кстати, нам же повесили этот телевизор. Вы еще не видели же, там еще кухонный гарнитур уже, смотрите, сделали. Еще повесили. Вот такой у нас кухонный гарнитур. Вот. Сейчас мы пойдем вот убираться. Зал я вам показала. Вы увидите до-после. Тут у нас даже наша комната. Тут тоже бардак. Потому что только что тут мальчики прыгали и все раз, короче, бардак сделали. Вот. Везде тапочки, носки, короче, это все мы сейчас будем убирать. Это наша комната, это Жансу, и мы попытаемся сегодня немного обустроить, там подоконник, это все убрать, короче. И вот, дальше идем. Это комната один, пока что. Вот, смотрите, тоже везде все валяется. Это она хотя бы более-менее застелила, сама утром, впервые в жизни. Вот, смотрите, это один комната. Это шкаф такой, у нас там женские книги, короче, все, канцелярия, можно сказать. И все, это все набитое, полный шкаф, короче, вещей. Тут у нас, смотрите, ванная. Тут тоже вон стиралка стирается. Да, вот это все у нас накопилось за эти 5 или сколько мы тут уже живем дней. И вот только вчера нам включили этот машинку. Это у нас туалет. И, кстати, нам поставили титан. Смотрите, какой большой. 100 литров там. Все, приступаем к работе. Это вы видели до. Мы начнем с нашей комнаты. Жансаю. Все, приступаем. Сейчас лайк-тайм. Ой, лайк-тайм. Или как там? Ускоренным видео увидите видео. Все, погнали.
вам уже этот итог показывала или нет. Это наш шкаф нацой. Это наша постель. И то мы в... Завтра вроде суббота, да. Завтра, да, это все мы поменяем, уберемся и так далее. И вот такой у нас этот подоконник. Тут часы. Пока что мы их не повесили. Короче, завтра будем вешать, наверное. Тут зарядки, кремы, утюг. Тут тоже плойка. Это Мишка, смотрите. И тут наши жансадёй сумки маленькие. И тут две сумки, там вся канцелярия. Короче, много-много-много тетрадей. Там же в школе выдают. И этот один пакет, там тоже вещи. И все, в принципе, наша комната пустая. Это у меня штатив был такой только что. А это пакет с вещами, они грязные, короче, грязные. Грязные вещи, мы их будем стирать. Вот такой итог. Вроде нормально получилось. И вот, сейчас дальше покажу вам итог спальни один. Вот так. Вот тут я. Привет. Убралась тут, короче, чтобы место было хоть ходить. Тут тоже вот вещи, короче. Вот так вот. Это только что пришли, так что я еще не убрала это. И вот так. Мы это все, короче, вот. Вот, короче, мы убрались. Прихожку я только что тоже убрала. Кухню. Ой, где фокус? Кухню тоже мы убрали. Ну, то есть, сейчас я... И все, можно сказать, мы все убрали. Только осталось теперь убрать этот спальню другую. Там только жансая уже убирается. Тоже снимает, так что я, если что, добавлю. Если смогу. Так что вот так вот.
итог Жанса, Жанса тут убиралась, я не знаю, как она убиралась, ну вот, в принципе, тоже нормально. Все в одну кучу, и вроде нормально. Хоть проход, если где можно ходить, вот. Это наш шкаф, я вам уже показывала, это один я застилала. И то уже потрепалась немножко, ну, нормально, в принципе, короче. Мы уже начинаем, как сказать, долазываться, короче, обустраиваться в новой квартире. Все. Вот такой у нас, вот такой влог у нас ускоренный получился. И все. Ребятки, вот так мы поработали. Жанса, я вместе убрались. Да, везде прибрались немножечко. А завтра мы будем пылесосить, полы мыть и так далее. Но сегодня прибрались, чтобы завтра было удобно убираться. Вот. Так что всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Thank you.